Всем привет, меня зовут Кристина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы вместе с вами поиграем в игру Stand of Game. Да, это такая замечательная игра. В этой игре мы там как вот Снейк. И да, сейчас мы начнем играть в закладку бомбы. Ребята, вот моя карточка нашлась в закладке бомбы Sandstone. И сейчас мы поиграем. Так, зайдем за террориста. За КТ. Давайте за КТ. Все, зашли. Вместе мы можем пропустить. Сейчас у вас это пройдет одна секундочка, у меня несколько минут. Вот, ребята, только что закончилась разминочка. Купаем по 350. Я не знаю, почему я люблю именно по 350. Что за лаг? Ладно, какой у меня пинг? Какого-то 4000. Нифига себе. Террорист win. Которого 399. Пинг, он уже сделал 2 кило нормально. Ну, пинг ничего не решает. Вот так надо играть. Берем все крылья. Да, я согласен. Тик-так лучше. Его почему-то обманывает тик-так. Это не реклама, я его не рекомендую. Просто хороший ютубер. У которого всего лишь Керамбит Голд. Джигл Ред Драгон статрет, нифига себе, 340 убийств. Ну ладно. Да, у меня было первое видео, и тогда я был с братом играл. Чего? Ребята, мне сейчас через стену убили. Надо потом посмотреть. Повтор. Угу. Тик-так-ток! Хоп.
сейчас в крышу убьет. Я же говорил. Сейчас им помогу. Дженезис! Какой же это красивый Дженезис! Вы будете мне писать в комментарии Дженезис, но я его называю Дженезис. Что? В голову минус 64? Чего? Ну, меня вообще бесит, когда в голову минус 28. Вот это дико меня бесит. Нифига себе! Ну, каточка уже наша прошла. Посмотрим, что мне дадут. Кого-то цены здесь. Иди, не здесь. 125 опыта. Что же нам дадут? Правильно, ничего. Да? Да. Ребята, сейчас мы сыграем в командный... То есть гонка вооружения. О, ребята! Карточка нашлась на карте Village. Ненавижу, правда, эту карту. Ладно, что за... Может перезайти? Ах ты читер! Ах ты читер! Я супер читер! Ладно, ребята, сейчас мы будем... И разминку я тоже пропущу. Сейчас я пропускаю. И вот, ребята, у нас уже закончилась разминка. И уже пошли киллы. Хороший даже киллы. Крыса. Thank you.
второго оружия, не могу ничего по статье 12. Так, убили его. Это было логично, что он меня... Ребята, кто тоже согласен, чтобы в гонке вооружения убрали нож? Сейчас допьем, я сейчас побегу. Сейчас не побегу. Где эта собака бегала? Правильно, кто он скажет, чей алгоёб. Опыта. Ничего нам дадут, правильно? Три и все. Кто Вангу? Я Вангу. Сейчас поиграем в командный бой. Теперь точно. Ну что, ребята, наша карта загрузилась, и это тройник аутсайд. Ребята, я за 2 дня апнул 15 левел. Вы понимаете? Я дико. Хоть я за два дня...
Хоть я не задрочил в эту игру. Блин, я не понимаю, как мне так быстро левел апается. Ну, это в крышу, блин. Скретч, может, я в этом выпуске продам. Я тоже хочу сейчас зайти. А потом скажу. Я почти спас, понятно. Ты будешь должить. Так, ищем этого противника. То. Не забывайте смотреть мои видео, просто поставить колокольчик. Мои видео выходят каждый день. Я не буду просить много лайков, все такое. Просто буду снимать видео. Ну, потому что видео это просто обычное видео. Ну и лайк надо поставить. Понимаете, о чем я? Так. Ребята, сейчас. Ребята, мы продолжаем. Хоп. Ну, ладно.
конечно, я еще немножко поиграла в Кин. 4 пилота. Так. Вот так работают крысы. Не смог, да? Не получилось, не фартануло. Переходим. И хоп. Ну, он хорошо играет. Ребята, мы опять продолжаем. Так, еще. Минус 3. Минус 4. 23 кола. 3 минуты. Ребята, мы продолжаем. Так. Ой, ой. Простреливаем. Не получилось скрыться. Ой, не получилось сейчас спалить. Минус Руся. Вот и 9 килов. Мама. 30-ка будет. Под конец всегда у меня не получается сделать последний килл. Ой. Было в крысу. Минута игры. И закончил видео. Не убьешь. В крысу подойдешь. Давай убейся! Ты чё, не в рубашке родился? Thank you.
какую-нибудь спичлину, может, она нашла. 37 килов. Что нам дадут? 370. Кому-то за удачу данный райвел. Ладно, ребята, а на этом я закончу видео. Всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока!